И начинаем мы с эксклюзивных кадров, снятых нашими операторами на площадке строящегося стадиона к чемпионату мира по футболу. Там сейчас ведется установка очередной монтажного блока одной из консольных ферм купола. Каждая консоль состоит из трех блоков. Всего в течение 2016 года будет установлено 32 консольные фермы, каждая весом 220 тонн. Процесс возведения длительный и сложный, нужна точность до сантиметра. Срок сдачи объекта – декабрь 2017 года. Напомню, стадион рассчитан на 45 тысяч зрителей. Планируется, что в 2018-м здесь пройдут решающие игры сборной России, 1/8 и четверть финала. Уже позже здесь появится студенческий кампус, Гагарин-центр и велотрек. Как подтвердили в ПСО «Казань», работы на стадионе не прекращались и не остановятся ни на день в связи со сменой подрядчика. Напомню, принято решение, что достраивать «Самара-арену» будет уже другая компания. Она определится в ближайшее время. Однако пока субподрядчики продолжают выполнять объем работ, взятый в рамках контрактных обязательств. Сейчас готовность объекта 40%. Кроме того, «Самара» первой среди вновь строящихся к чемпионату стадионов приступила к монтажу купола.